Гельманом. Карина. Еще одна женщина. Пять это будет, да? Ёж. Играли мы матч с Кариной. По-моему, ёж. Сыграли в ничью, да. И у нас продолжение истории. Боевые здесь женщины, и все три идут в атаку. Ну, Александра-то вообще прёт почти всегда. Александр ну, обычно Карина ничего не и придумает. Дина тоже, видимо, любят атакующий футбол. Вообще говорят, что женщины более атакующие шахматистки, чем мужчины. Никаких проблем им, видимо, нет. Не хватает такой долгой, выносливой позиционной борьбы. И их тянет сразу все это в рубилово. Уже ходили. Итили, трали, вали. Тридцать две минуты нам еще бороться. Мы уже проходили. Думает Карина, мы с ней уже играли здесь много партий, она, видимо, все равно думает, думаю, ей тяжело сориентироваться, куда и что давить. А я пока стою. Ну вот я тоже пошел вперед. Может быть, h5. Взяли, прыгнули сюда. Вообще, наверное, идея с f5 надо уже от нее отказываться. Что-то я все время провожу, а толку не вижу никакого. Ладно. Ну, сейчас тоже будет, да? Подорвал мне все. Переброска через f7, ферзя. Выглядит как-то странновато. Честно говоря, никогда такого не делал в таких позициях, но почему бы не сделать это впервые? А, сюда она бьет. Почему-то бьет сюда. Тогда бью на f5. Так. Конь g4, а, она нам на мат нацелилась. Но будет ли там мат? Сюда. Что тут у нас есть? Что тут у нас есть? Так. Давайте попробуем так, ферзям. Может быть, куда-то его на h4 перебросить. Но это я уже должен бить. И попробую сюда, ферзя. По времени стою получше. Сюда, тут слон стоит крепко. Перебросила на ферзя. Какая-то тут вязкая игра на пятачке. И что дальше? Что дальше, непонятно. Прыгну сюда.
немножко напугая ее под цейтнот. Хотя увел ферзя. Сюда. Бью нагло. Сюда. Вперед. Бью. Шах. Ну, а еще и здесь прилетело. На, не, ну тут уже все. На. Победа! Я на 9-м месте.